Чаще всего этой комнате уделяют самое первостепенное внимание. Почему? Потому что здесь собираются самые долгожданные люди, ваши дорогие гости. Это зал. Обратите внимание, здесь мы использовали красивый, струящийся итальянский бархат. Его мы декорировали французской бахромой, а также аксессуарами. Но это еще не все. Мы приоткрыли окна, таким образом добавив воздуха, как бы легкости в эту комнату, но в то же время подчеркнули массивность наших потолков и в целом интерьера карнизами и короной.